Джон, у нас закончились идеи для новой FIFA. Так, давай пошевелим мозгами. Физика травы. Было. Физика мечей. Работали над этим мечи. Так, мечи. Упругие мечи. Упругие шары. Упругие сиськи! Джон, мы просто добавим сиськи! В эфире 6-й выпуск подкаста «Не занесли». По-прежнему на 50% бородатый, на 100% пи***тый. И у микрофона по-прежнему я, редактор Канобу, Максим Иванов, а также мой коллега, главный чародей этого подкаста Павел Пивоваров. Мутант и выродок. Это про него. И сегодня в выпуске «Женщины в моей фифе». Господи, «Женщины в моей фифе». Паша, «Женщины в моей фифе». Я не играю в фифу. Пассажиры московского метро показали порно. Порно, Паша, порно! А также в этом выпуске мы обсуждаем лучший фильм на свете «Кунг Фьюри». Что такое кунг-фу, Паша? Это когда ты отправляешься назад во времени, чтобы убить Гитлера, а попадаешь к динозаврам, стреляющим лазером из глаз. Джонни Карате! И главная тема этого выпуска — хейтред. Наши первые впечатления, наши первые мысли об этой скандальной игре. Жестоко. И на этой неделе состоялся совершенно неожиданный анонс FIFA 16. Кто бы мог подумать, что после FIFA 15 последует FIFA 16? Я на самом деле давным-давно не понимаю, почему нельзя перевести FIFA на подписку. Разве это будет не честнее, если бы она просто раз в год обновлялась, а не выходила бы новая игра? Но суть-то новой FIFA не в том, что выходит новая FIFA. Мы давно уже к этому привыкли и все давно с этим смирились. В новой FIFA появятся впервые в истории сериала женщины. Женщины. И появятся они не на кухне, а на поле. То есть роль этих женщин будет не в том, что они будут ласкать и ублажать футболистов с трибун, как-то их поддерживать. Нет, они выйдут на поле и будут сами пинать мяч. Паша, ты когда-нибудь мог представить себе подобную сцену в нашем сексистском обществе? Ты как настоящий мизогинист, а? Ну, знаешь, однажды я видел сцену, как женщины пинали меня возле ночного клуба «Звездочка». Но что они могут пинать мяч, я не догадывался. Тем не менее, FIFA 16 — это такой анонс, после которого я понял, что есть на свете игры, которые могут привлечь меня к футболу. На футбол мне плевать, на FIFA мне плевать. В это я не играю, даже по пьяни, даже наспор, никак я не играю в FIFA. Но, если женщины появились в FIFA, это значит, что они как минимум будут обмениваться маечками после матча, поэтому вот это уже мне интересно. Мне не интересен футбол, но мне интересны женщины, мне интересны потные женщины, мне интересны раздетые женщины, Паша. И так уж вышло, что, возможно, FIFA 16 наконец-то приведет мне любовь к этому виду спорта. То есть, если добавить полуголых женщин в Bloodbath Кавказ, ты будешь в это играть? Я буду в это играть. Если добавить полуголых женщин в Марио? Я и так играю в Марио, Паша. Ты один не играешь в Марио. А, так вот почему тебе не хватает полуголых женщин. Мне не хватает полуголой принцессы Пич, которая оказывалась бы именно в моем замке, если вы понимаете, о чем я. Именно в моей постели. Ох, мой Марио рос бы и без грибов. И слава богу, Electronic Arts наконец-то будет о чем рассказать на своей конференции на E3. И особенно что показать. Представь себе, какие трейлеры. Да. Тебе скучно, одиноко. Покупай FIFA. Погоняешь меня по полю. Специальные DLC для FIFA 16 будет называться «Рандеву с незнакомкой на футбольном поле». Ну а теперь на E3 действительно есть о чем рассказывать. У них есть чем заняться. Это и физика женских тел, упругость грудей, а то раньше все какой-то травой занимались, мячами. Вот вам настоящие шары. Займитесь этим, Electronic Arts. Мы вас любим. Очень сильно любим. С другой стороны, я понимаю, что, возможно, у Electronic Arts и у игроков, которые будут выбирать женские команды FIFA 16, могут возникнуть некоторые проблемы. Знаешь, во-первых, придется придумывать новые кричалки, какие-нибудь в духе «Каблучки и макияж! Этот кубок наш!» Или «Матч может быть отменен из-за этих дней». Самый занятный момент, Паша. Ни один другой анонс новой FIFA не вызывал такого бурного обсуждения. То есть об этом написал даже я, и даже ты, Паш, об этом написал. Мне, пускай там личку ВКонтакте. Мы сейчас с тобой сидим и на полном серьезе. Два человека, которые не понимают ничего в футболе и обсуждают новую FIFA. Ты вообще мог себе представить вот это?
Electronic Arts захватывает новые рынки. Следующим будет черкизовский. Может быть, в FIFA через год они добавят машины, на которых можно будет ездить вокруг поля. Потом они сделают из всего этого ММО, где можно будет ходить и болеть за команды. Гриндить. Да-да-да-да. На новый женский шмот. Файтинг обязательно, знаешь, вот чтобы после матча стенка на стенку. Нет, или просто женщина. У тебя такая же форма, как у меня. Получай, сучка, получай. А-а-а. И round one. Fight. Серьезно, Паша, я вангую дикий скачок продаж в этом году. Мне реально, мне очень интересно посмотреть на рост продаж. Продаж. Да, на рост продаж, да-да-да. По сравнению с прошлым годом. Я думаю, что продажи очень сильно поднимутся. Станут твердыми и уверенными. Посмотри на мои жилистые продажи. Феминизм и правда шагает семимильными шагами. И, потому что, смотри, в новой Call of Duty – женщины. В новом Assassin's Creed – женщины. В новой FIFA – женщины. Дальше только женская вариация Gears of War. По примеру, новых охотниц за привидениями, где также будет участвовать только женский каст. Я уже представляю это. «Маркус, эта броня меня полнит? Почему моя пила не работает? Я ничего не нажимала!» И это будет как минимум забавно. И проникновение женщин в видеоигры – это на самом деле здорово. Потому что привлечет больше девочек. Нет, да, во-первых, больше девочек, но в принципе сами игры становятся популярнее. И все логично. Есть же женские и, ну, условно говоря, женские, условно мужские фильмы. Тот же самый «Идеальный голос» — это женский фильм. «Крепкий орешек» — это условный мужской фильм. При этом кино, оно как бы для всех. И за счет того, что оно работает на обе аудитории, и оно и стало таким популярным и массовым форматом. Игры пока что больше для мальчиков, потому что это шутеры, это РПГ, это какая-то невероятная тема. А у девочек что? Ну, то есть, по сути, кроме какого-нибудь условного Sims и развлечений для мобилочек, для планшетиков, у них больше ничего и нет. То есть, настолько же крупных проектов игры делают для мужиков. Но я не вижу ничего плохого в том, чтобы игры начали делать и для женщин. Я просто не буду в них играть, потому что, ну, это не мое. Так же, как я не пойду на «Идеальный голос». Ты говоришь, что девушки не могут играть в мужские игры, но это и есть сексизм. Я не говорю, что они не могут играть во все, во что хочет. Она может играть во все, что хочет. В том числе и в ролевые игры, если вы понимаете, о чем я. Видеоигры, в принципе, по большей своей части сейчас делаются именно для мужчин. Для мальчиковой, подростковой, мужской аудитории. Ну, потому что не всем женщинам одинаково интересно стрелять, как там, резать овощи на кухне, варить борщи. Сколько девушек будут играть в эту фифу, как ты думаешь? Все мои знакомые девушки, которые смотрят футбол и интересуются, они запоминают футболистов по тому, у кого из них красивая попа. Думаешь, им будет интересно смотреть на женские команды? Сколько? Сколько женщин эта FIFA привлечет? Неважно, сколько она привлечет. Важно, что это тот шаг, и это наметившийся тренд, что женщин перестали игнорировать в видеоиграх. Ну вообще, конечно, все проблемы от баб. Ну а так как новостей на этой неделе немного, обсудим порно. Пассажиры московского метро вместо того, чтобы увидеть привычную рекламу перед входом в Wi-Fi в сеть московского метро, увидели порно. Как пишет сайт Вести.ру, один из пассажиров, в частности, рассказал, что ехал по серой ветке метро, моей ветке, между прочим, в районе станции Серпуховская. Примерно в 11:30 он попытался войти в интернет. Но когда нажал на кнопку «Войти», на экране его телефона появились порно-сцены. Он пытался обновить страницу, но эта картинка появлялась снова и снова. Причем так было не только у меня. По реакции других пассажиров в вагоне было понятно, что у них всплывало аналогичное изображение, рассказал невольный зритель клубнички. Я просто хочу представить, как это произошло и как мужская часть пассажиров выходила из вагона. Дай бог, чтобы у них были джинсы, чтобы не так все это хотя бы палилось. Для этого есть специальный термин. Знаешь, как называются мужчины, которые в общественном транспорте любят тереться о женщин своими стояками? Терка? Антенщики. И вот, видимо, это был вагон, который был просто переполнен этими людьми. А что делать, если перед тобой мужик, а ты хотел зайти на свой любимый сайт Канобуру, и ты упираешься своей антенной? Просто я уже... Другого мужика. Я сочувствую этим людям. Это действительно очень тяжело, хотя, знаешь, мне казалось, что что-то подобное уже происходило. Недавно еду я по своей фиолетовой ветке с планшетиком.
Слева от меня сидит бабушка, справа какая-то тетенька. Я нажимаю войти в метро, а мне начинает играть реклама Дюрекса, где дядя и тетя делают какие-то непристойности. Мне стало так стыдно. Я думал, то, что может быть просто пассажир не понял, что это была реклама. А вот нет подробностей о том, какой это был ролик. Это же очень важно. Ведь есть большая разница показать в метро какую-нибудь эротику или показать гэнг-бэнг на 28 человек в метро, в вагоне. А? Но суть-то не в этом даже, Паша. Суть в том, что будущее уже наступило. Хакерские группировки DeadSec из Watch Dogs, которые транслировали свое изображение на стены, на телевизоры, уже не кажутся таким чем-то недостижимым. Ты входишь в метро, достаешь телефон и видишь порнуху, которая обращается прямо к тебе. С другой стороны, эта выходка не кажется мне какой-то прям супер неуместной. Потому что, ну, честно скажу, метро — это то самое место, где порно — это лучшая таргетированная реклама, которую можно только придумать. Едешь ты с утра грустный, видишь порно, и настроение поднимается. А? Но при чем тут... Это все лучше, чем смотреть на дезодоранты с самого утра, которые еще и вешают тебе телефон к херам. Видимо, эти хакеры умудрились так оптимизировать свою порно, что ты нормально мог смотреть его с Wi-Fi московского метро, и при этом... Твой 4S, iPhone, тянул его, потому что мне на самом деле сложно сейчас ездить в метро, потому что прежде чем попасть в интернет, мой iPhone начинает скрипеть и пыхтеть и дымиться из-за того, что он просто не может осилить эту рекламу, которую мне показывают. Подожди, Максим, но при чем тут реклама? Разве это был рекламный порно-ролик? Я думаю, да. То есть рекламный порно-ролик в метро. Хочешь ебаться так же? Купи машину. Новый Opel Prius от 370 тысяч рублей. Да, Паша, потому что само метро — это отличный эвфемизм для полового акта. Поезд въезжает в тоннель. Карта тройка. Намек на групповушку. Куча потных людей, прижимающихся друг к другу. Именно. Тяжело дышащих. Возможно, хакеры, которые взломали сеть московского метро, просто показали нам то, что будущее уже рядом, что оно наступило. Это была инсталляция, да? Вероятно. Другая мысль, которая у меня возникла, это то, что люди просто не простили блокировку X-хамстера. Опа! Я представляю вот тут компанию людей, недовольных, которые собираются вместе в группу и начинают обсуждать. Да, наша группировка дрочеров и дальше будет совершать дерзкие хакерские атаки. Мы ничего не простим. Мы будем бороться до конца. Пацаны, как патчить под КДЕ одной рукой? Да! Вот так вот. Как в Watch Dogs, только там DeadSec, а тут на экранах вместо Киселева будет Порево. И они не остановятся ни перед чем, чтобы дать свободу X-хамстеру на все телеканалы, телефоны и планшеты России. X-хамстер для русских. Так, Паша, а что это за шум? Ты вообще слышишь это? Кажется, нас начинает глушить. Нет, подожди, я проверю. Уровень падает. О нет, мы въезжаем в тоннель метро! Что это? Член... Everybody was kung fu fighting. Kung fu. Если вы не понимаете, о чем мы, значит, вы пропустили лучший фильм в вашей жизни. 30 минут безумного экшена. 30 минут, за которые вы поймете, что вся ваша жизнь говно, и все, что вам нужно, это динозавры, которые стреляют лазерами из глаз. И вы должны были родиться в 80-х. Паша, о чем я? Ты, конечно же, говоришь о фильме «Kung Fury». Я говорю об этом. Да. Что можно сказать об этом фильме? Да, в общем-то, ничего, потому что этот фильм нужно смотреть, его бесполезно пересказывать. «Kung Fury» — это культурный срез 80-х, включая клишированные штампы фильмов про копов, включая «Майами», клипы Дэвида Хассельхоффа, который, снимался где, кто не помнит, не лезть в Википедию, «Рыцарь дорог», легендарный сериал про... «Рыцарь дорог». Да, про копа с умной машиной, до того, как был изобретен CarPlay. Все это сделано с потрясающим кичем, улыбкой, изобретательностью, талантом, и ты просто удивляешься. А самое главное, «Kung Fury» был сделан, возможно, на ваши деньги, потому что студия Laser Unicorns, если кто не знает английского, лазерное единородие, сняла эту чудесную кичевую тему исключительно на деньги бейкеров. Вначале они просили всего 200 тысяч баксов, но получили 600 тысяч.
и вложили их в дело. Итак, если подводить итоги, что мы получили? Крутейшего копа, который владеет самой смертельной... техникой кунг-фу в мире. Да. Мы получили Гитлера, который также владеет кунг-фу и называет его кунг-фюрер. Мы получили путешествие во времени, Power Glove, кучу усатых мужчин. Мы получили... кучу сисястых женщин. Да, трицерокопа. Мы получили огромного Тора. И нет, не Криса, как его там, Хермсворт, хер знает как его. Неважно, мы получили настоящего усатого, бородатого, жилистого Тора, который своим молотом херачил нацистов после того, как они переместились назад во времени к динозаврам, которые стреляют также из лазером из глаз. И если вам кажется все это диким бредом, вы просто не смотрели фильм. Максим, ну это же так нереалистично. У человека не бывает головы динозавра. Гитлер не мог остаться живым и перемещаться во времени. Он не мог убить через телефонную трубку всех полицейских в участке. Это же бред. Так нереалистично. Как ты можешь это хвалить? Как ты можешь это хвалить, Джон Сноу? Могу и буду. Лучшие 30 минут в моей жизни, хотя я понимаю, что ты смеялся. Нереалистичность, стилизация — это лучшее, что есть в Кунг-Фьюри. И плевать, как там играют актеры, хотя главный герой вполне мог бы озвучивать Снейка в новом Metal Gear Solid. Captivating, Он говорит постоянно таким голосом, он супер брутальный. Из дома своей женщины он выходит, нет, не через дверь, он проламывает стену с собой. Настолько он брутальный. Но самое крутое, что фильм доступен для свободного просмотра на YouTube. И прямо в день своего релиза он обзавелся русскими субтитрами. Так что все желающие могут оценить этот шедевр независимого кинематографа. И я думаю, что в этих людей скоро вложат очень большие бабки. Я восхищаюсь вообще всем, что было в этом фильме. Потому что очевидно, что он сделан очень талантливыми людьми. Сцена драки, друзья, вы сами увидите, это потрясающе. Ну, если представить вместо нацистов и нацистской Германии зеленый экран, то он... то начинаешь задумываться о том, как там размещались тросы, как кто перемещался, как они все это сделали одним большим куском. И ребята просто потрясающие. Я уверен, что Голливуд с его многомиллиардными бюджетами проспонсирует многотриллиардный бюджет для Kung Fury 2, и мы увидим его, может быть, через несколько лет на больших экранах с Дэнни Девито в главной роли. Нам в подкаст не занесли чемоданы и рубли, но мы все равно советуем вам пойти... Так нет, Тифа же не крутит в кинотеатрах. Да. Даже не надо никуда идти. Советуем открыть браузер и просто его посмотреть. Да, ребята, не пожалеете. Кунг-фу. И главная тема этого подкаста — Hatred. Для тех, кто не знает, Hatred — это игра от студии Destructive Creations. Польской студии, руководитель которой Ярослав Зельвинский говорил в интервью Канобу следующее. В Hatred, конечно, есть подтекст. Мы хотим показать миру, что политкорректные терпилы никоим образом не могут повлиять на то, что мы делаем, и то, что нам нравится делать. Вот интернет разорвало от нашего трейлера. Одни просят нас остановиться и извиниться, другие проклинают. И знаете что? Нам по***й. Мы не нарушаем законы этой игрой, так что попытки общественности остановить нас или навредить бессмысленны. Мы уверены, что сегодняшний мир свободный, а Hatred — наш средний палец тем, кто с нами не согласен. И плюнул в лицо журналисту. Да. Нашему журналисту Канобу. Через скайп, как в фильме Kung Fury, да. Такая вроде бы игра из разряда тех, о которых никто ничего не знает и никто ничего не узнает, если бы не одно «но». Что это игра про жестокого социопата, который убивает всех, всех, всех и вся. И, конечно же, это вызвало очень много негодования от западной прессы. И не только прессы, та же Epic Games попросила убрать логотип своей разработки Unreal Engine из этой игры. Да. И любых промо-материалов, напомню. Hatred выходит 1 июня, в День защиты детей, что, кстати, очень символично, потому что детей-то в игре и нет. Да. Хотя, может быть, они все спрятались, и главный герой как раз-таки защищает их от всех этих уродов. Мы, наконец-то, поиграли в эту игру пару часов и готовы поделиться своими впечатлениями, которые, мягко говоря, несколько смешаны. Потому что Hatred... не оправдала своих ожиданий, мягко говоря. Нет, ну она жестокая, она очень жестокая. Она не жестокая в том смысле? К игроку жестокая, понимаешь? Да, то есть, конечно. Самая большая проблема игры — это убийственная скука, которая мучает тебя... по ночам. Да, пока ты в это играешь, и это действительно жестоко. Hatred разочаровывает одновременно всю свою аудиторию. То есть люди, которые ждали от нее беспрецедентной жестокости, эту самую жестокость не получили. Потому что сколько было шумихи вокруг невероятно жестокой Hatred. В итоге игра-то не сильно жестче той же самой GTA 5.
те же самые добивания, которые нам показывали в ролике. Здесь это не более чем, ну, не знаю, добивание ножом или с дробовика. Ну, то есть, никаких, например, особых подробностей нет. Это не как в GTA 5, где, напомню, вы пытали человека собственными руками, лили на него бензин через марлю, выковыривали ему зубы. Это было жестко. На этом моменте я думал, что я брошу GTA 5 навсегда. Потому что эта сцена меня настолько поразила и оказалась настолько ужасной, что я отсел от экрана, держал геймпад подальше от себя и просто ждал, когда оно поскорее уже закончится. И добивания при этом даже не такие жестокие, как в Ведьмаке, где реально отрезают людям половину лица. И это даже не сравнится никак с Mortal Kombat и его X-Ray или Орденом, потому что одна из пушек запекала внутренности врагов. Там была электрическая винтовка, из которой ты выпускал разряд, человеку отрубало руку, ногу, голову, и часть, в которой вот этот разряд соприкоснулся с телом этого человека, вашей жертвы, она запекалась, ты мог рассмотреть тот же самый желудок, внутренности, кишки. Это было в Ордене, это было круто. Тут в Хейтреде никаких подробностей. Эти добивания смотрятся, ну... Типа окей, ладно. Ладно, не вот. Не так страшно. На тебе, чувак, дробовиком по голове, не мучайся. Другая тема, которая также муссировалась в СМИ, это так называемая social justice, то есть социальное правосудие. Тут его опять же нет, потому что враги в Hatred максимально обезличены. Главный герой, он просто ненавидит всех, о чем говорит в самом начале. Я плохой, я отвратительный, я ненавижу всех. Исключительно на ненависти и основывается вся его жестокость. На самом деле Hatred достаточно толерантный игрок, как бы парадоксально это ни звучало. Потому что главный герой одинаково ненавидит всех. Женщин, мужчин, белых, черных, желтых, неважно. Тут играет роль лишь один цвет. Красный. Цвет крови, которую проливает главный герой. И если вернуться к той же самой Social Justice. Ну, Watch Dogs, она смотрелась как минимум убедительнее. Ты же слышал, Паш, о том, чем вообще занимались люди, которые добрались наконец-то эти до Watch Dogs. Люди из интернета устраивали охоту на определенный тип людей. То есть, твои враги в Hatred, они обезличены. Ты не знаешь, кто это, ты не видишь их предыстории. Чем занимались некоторые поехавшие, сразу оговорюсь, люди, купившие Watch Dogs или скачавшие, я не знаю. Играли в него. Да, да. Они брали смартфоны и начинали просто считывать людей из толпы. А, окей, кто у нас там? Любит аниме? Убить. Так, а этот кто? Гей. Убить. Это кто? Мусульманин. Убить. И некоторые действительно выискивали в этой толпе геев, любителей аниме, переживших 11 сентября. То есть специально занимались охотой определенной. И таким образом помогали совершить социальную справедливость. В их, конечно, понимании. Потому что кто-то и на чернокожих охотился. Hatred такой возможности не предоставляет. Вы просто убиваете всех, включая полицейских. Все люди равны. Вот какую мысль пытается донести до нас Hatred. В целом, главный герой выглядит очень забавно. По-моему, его образ взяли с вокалиста группы Кукрыникс Алексея Горшенева. Вы можете ввести в Google Кукрыникса, посмотреть, это же просто один в один. Для тех, кто не знает, как выглядит Алексей Горшенев, и кому лень залезать в Google, это говнарь. Потлатый, в таком длинном плаще, говнарь с нашествия, которому не досталось билетов на нашествие, и он пошел всех убивать. При этом... Кажется, родители его не научили, что если ты ненавидишь весь мир, намного проще убить себя, чем убить весь мир. Ведь ты один, а весь мир — это 7 миллиардов человек. То есть это игра еще про кого-то очень нелогичного. У Леси Рябцевой меньше. При этом главный герой ходит по городу, по канализациям, шатается по пирсам и бормочет нечто в духе «Заткнись нахуй» или «Умри», или «Человеческие щиты прибыли». Но, черт подери, я не знаю, кого-то, наверное, это впечатлит. Но это действительно выглядит в какие-то моменты, ну, неплохо, атмосферно, ты проникаешься этой его ненавистью, но, как бы, меня расстроить не выйдет. Я варил и жрал снегирей, цитируя Кровосток. Да-да-да, который мы, кстати, замечательно использовали для этой игры. После второго, наверное, уровня все это окончательно превратилось в какой-то ММО-гринд. Убейте 70 человек, убейте 50 полицейских. И это стало настолько невыносимо тягомотным. И вот это та самая жестокость, о которой я говорил в начале рубрики. Это очень жестоко по отношению к игроку заставлять его заниматься Dragon Age Inquisition. Но... Или Destiny. Да-да-да. Но мы с Максимом придумали включить треки группы «Кровосток». Определенные человеконенавистнические, жестокие, которые вам ни в коем случае не надо слушать, наши юные зрители, слушатели, читатели. И
игра в какой-то степени преобразилась, но все равно это не заслуга разработчиков, это заслуга просто вокальницы метального ансамбля «Кровосток» и нас, это все слушающих. Но в целом, она, конечно, мы не прошли ее целиком, мы не видели всех сюжетных поворотов, да. Мы не выполнили все сайд-квесты, но уже с третьего уровня становится просто нудным. То есть, если сначала это еще выглядит как-то прикольно, типа, мам, смотри, я Брейвик, я убиваю кучу невиновных людей, ух ты, то потом это просто, ага, еще 70 человек убить, ага, еще 50, такой, ну сколько можно? Геймплейный хейтер, как ни странно, напоминает вторую GTA, то есть вид немного сверху изометрический, а суть все та же, ты гоняешь по улицам, убиваешь людей, вынимаешь из них кишки, если возможно, конечно, ножом. Ну и сопротивляешься копам. Задания не особо сложные, не особо разнообразные. На первом уровне тебя просят, допустим, зачистить полицейский участок. На втором уровне ты просто прорываешься сквозь канализацию и убиваешь бойцов SWAT. Ну, не слишком разнообразно. Потом ты выходишь на пирс, где на пирсе тебе говорят, чувак, ты должен убить еще кучу людей на пирсе. А потом, никогда не догадайтесь, о чем вас попросят потом. Убить еще немного копов. Разница при этом, ну, небольшая. Люди не сопротивляются, ну а копы оказывают какое-то малейшее сопротивление, добивание восполняет твое здоровье, и время от времени ты получаешь сайд-квесты, которые, вау, также ничем не отличаются от основного геймплея. Идешь ты по уровню, встречаешь охотников и такой, ну раз ты встретил охотников, то нужно еще и убить и этих охотников. Все, ребята, на этом заканчиваются все сайд-квесты. Но игра, на удивление, сделана красиво. Вот внезапно. Она действительно хороша. Она стильная. Очень круто смотрятся взрывы. Действительно, очень хороший черно-белый с вкраплениями цвета, знаете, как в «Городе грехов» примерно. То есть эти полицейские мигалки, которые бьют ярким красно-синим цветом в камеру, кровь, которая льется на асфальт, флаг Америки, который тоже внезапно выделили цветом. Все это пламя, это выглядит красиво. Другой момент — разрушаемость. Паша, расскажи про разрушаемость. Она намного лучше, чем в Battlefield'е. Battlefield 4. Неправда. Battlefield 4 просто вот смачненько посасывает. Ой-ой-ой, все понятно, Паша. Ты играешь в Titanfall, и это твой диагноз, Паша. Давай сейчас не будем. Как ты человек, который потратил 200 часов на Titanfall, в принципе, короче, из-под шконки вылезать не должен, потому Паша. Там как я тебя позвал в этот подкаст, Паша? Потому что там Паша? Там, в отличие от Battlefield'а, весело. Конечно, вот. Конечно. Все, давай вернемся к хейтер. Там можно въехать в дом, там можно разбить все внутри, там можно ездить на машинах, они сделаны намного лучше, чем в Battlefield Hardline, между прочим. Не сами машины, а управление машинами, да, действительно реализовано удобнее. Что меня особенно поразило, когда мы с Пашей въехали в этот дом, оказались внутри, разрушив стены, то есть там, конечно, не полная разрушаемость, несущие стены остаются, но, в принципе, можно, ну, значительно так разрушить дом. Да-да-да. И проехать его насквозь. Машина, которая оказалась внутри, в гараже, ее обстрелял спецназ, и она взорвалась, разнеся половину дома. Это было очень красиво, но, видимо, поэтому видеокарта и дала сбой, и игра начала дико фризить. Ну, польский код. Пшемяу. Вообще, мне эта игра однозначно понравилась бы в классе в 7-8, потому что тогда мы с друзьями собирались по выходным у меня дома, играли в GTA Vice City, и мы творили там то же самое, убивали всех. Ездили от копов, убивали копов. Вот тогда Hatred зашел бы просто на отличненько. Правда, он для лиц моложе 18 лет не рекомендован. И совсем не рекомендован. Adults Only, который, кстати, даже нельзя на Twitch стримить. Да, так что мы даже не сможем поделиться с вами всей этой скукой. Мне кажется, достаточно было просто наших эмоциональных выражений того, что это скучно просто как смерть. То есть, когда мы обсуждаем такие игры в плане того, что они в себе несут, а как они толерантны, а как они на кого-то повлияют, а чему они учат, мы называем о том, что геймплей. Почему никто не спрашивал разработчиков, а что с геймплеем, а не будет ли это нудно, а будут ли там интересные задания. Это то, что мы упускаем с такими играми, как Bloodbath Кавказ и Hatred. Hatred — это не какое-то высказывание мощное, социальное. Не позиция разработчиков, как они сами заявляли об этом, неоднократно подчеркивая, что руководитель студии якобы случайно лайкнул ту запись из неонацистской группы Facebook. Ну, неважно даже. Оставив все это за скобками, оставив всю эту жестокость, от Hatred остается просто скучный шутер, в который неинтересно играть, а который не предлагает глубины геймплейной, который просто быстро наскучивает. И отдавать за такое деньги... Ну, наверное, если вам интересно взглянуть на эту игру как на прецедент, если вам интересно оказаться внутри головы этого ублюдка, который вершит
суд Линча на улицах, ну, как бы... Ваше дело, но я бы эту игру не порекомендовал. А ты, Паша? Нет. Кстати, тут недалеко одна школа. Может, хочешь пойти пострелять? Вонимся и такие. Это ты ставил дизлайки нашему подкасту? Думал, мы тебя не найдем. И это был уже 6-й по счету выпуск нашего подкаста «Не занесли». Ты снова сделал это. Ты снова его послушал. Ты молодец. С вами был редактор Канобу Максим Иванов и Паша Пивоваров. Ненавижу людей. Пойду в Ведьмака играть. Пока! Мама Люба, давай, давай, давай. Всех мама вокруг Люба, убивай, давай. Убивай, убивай.